Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в ТАПС. Добрая сказка. Добрая сказка у нас с тобой. Мы сейчас с тобой будем раздавать люлей вот этим вот дикарям. Божественный судья, священный слон. Кстати говоря, священный слон, имбовый слон. Можно, кстати говоря, молодого человека поставить. Подожди, можно, знаете как, воин веры? А сколько они там выйдут? 5000, да? Воин веры. Потом поставить священного слона. Вот сюда вот. А вот сюда хромариуна, хромириуна, хроманариуна. Главное, чтобы он активировался. Самое главное в его проблеме, да, это вот активация. Все, активировался, это все имба, ребят. Слоняры здесь тоже имбовые. А что, завалили мамонта? Маслон завалил мамонта, ребят. Да, слон против мамонта. Вы где-нибудь такое видели, ребят? Я нигде. Я нигде такого не видел, но это только на моем канале, ребят. Уникальный контент. Конечно же, победа. Слоны здесь очень дикие. Ого, сколько смотреть, трицераптосов, а мы против них выставим боевых слонов. Двух. Выдержит ли два слона такое количество? Такое количество трицератопсов. Это, знаете ли, в древнем веке вот так вот, ребят, проходила. Такая охота была. Да, к сожалению, видимо, нет. Охренеть! Они завалили слона. Понятненько. Доблестный паладин. Ну, давай парочку доблестных паладин. Нам, знаете, что надо? Нам надо сделать ход конем, чтобы они пошли все в одну дырку. Хронариума. Можно, можно, в принципе, поставить хронариума. Давай попробуем так. Нам надо, чтобы все в одну дырку пошли. Да, широким фронтом, когда они идут, это хорошо, но мы будем действовать по системе... По системе спартанцев, ребят. Когда заманиваем врага, все в одну дырку маленькую. Заманиваем всех в одну дырку. Опа, и сразу пачка, видал? Все, видишь? Тактика, ребят. Пользуйтесь. Система маленькой дырки. Так, тут... блин, вот эти я ненавижу их. И знаете, что мне не нравится? Нас опять вгоняют в эти вот... в ограничения, ребят. Я ненавижу ограничения. Наверное, мало кто их любит. Но нас вогнали в ограничения. Божественный судья. Давай сюда. Не знаю, что получится. Божественный судья какой-то пипилкой такой. Пи-пи-пил. Очень плохо, то есть мешают хоббиты. Очень мешают хоббиты. Подожди. Я понял. Да, я понял, ребят, в чем проблема. Проблема была в том, что нам надо вот сюда вот этого молодого человека поставить. Так. А сюда еще парочку воинов. Так. А за соточку мы никого, да, не можем поставить. Нет, ты не туда кидаешь, молодой человек. Че, это его долбанул? А кто еще остался жив-то? То есть он забагался, я понял. Подожди. Подожди. Система рабочая. Система, ребят, рабочая. Просто нужно... Блять, ненавижу этих ворон ебучих. И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что очень мало дают денег. Что я должен с этим сделать? Вот меня вот за это, вот, знаете, в ТАПСе меня всегда бесило. Я пришел в игру, я это уже говорил неоднократно, получать удовольствие, развлечение, посмеяться, какие-то тактики, да, там ха-ха-ха. Но здесь, блядь, заставляет какую-то именно одну тактику выбирать, вот, вот только вот эта вот тактика, она рабочая. А все остальные тактики — это говно.
есть! Наконец-то, блядь! Пока вот свои руки не возьмешь, хуй ты там, чё получится. Да, игра начинает меня выбешивать. 4000. 4000. Я поставлю, конечно, имбу, потому что мне это все настоебало. И на 2000 на... Вот так вот сделаем. И вот так вот. Не знаю, почему. Давай, мужики, в атаку, да. Промазали. Яблоки меня не кидают, сраные крестьяне. Так, нормально, вошли в этот, в такт. Ага. Они еще яблоками, кстати говоря, до сих пор кидаются. А почему ты их это не можешь? Хромариум, хронариум, блядь. Давай их в пати в этот. Во! Ты яблоко мёд, это... Тебя сейчас, блядь, крестьянин яблоком убьет. Тебя убьет сейчас крестьянин яблоком. Он всех вот крестьянина не трогает, вот до последнего. Видимо, он над ним издевался. Я не знаю, что он с ним делал. Что ты, блядь, с ним делал? Извращенец. Вот так вот пойдешь на превьюшку на 12-й минуте. Надеюсь, не забуду про тебя. Ой, извращенцы. Блин, меня бесит то, что, знаете, вот круг мне вот этот вот сраный дают, и вот ни влево, ни вправо. Вот это, ребят, бесит. Давай попробуем священных слонов поставить. Священные слоны, кстати говоря, вот тоже бесит установка этих священных слонов. Они не устанавливаются так, как должны устанавливаться настоящие слоны. Охренеть. Знаете, что мне кажется? Разработчики на самом деле подкручивают. Потому что ты помнишь, да, в той серии я играл, и слоны меня выносили просто всем, что было. Всем, что было, они меня выносили, ребят. Вот, но здесь почему-то не так. Вот эти вот феечки, я не помню, что они делают. То ли у них щит такой, то ли какой у них щит. Давай тоже нахуй иди отсюда. А, кстати говоря, я что я заметил, это 4 короля. Ага. Четыре короля-то у нас. А что, у нас одна бабёнка жива? А, и два лучника. Кто же кого? Оп. Да, у нее щит, короче говоря, я понял. Щит, который отражает атаки. Победа. Правда, на самом деле, очень напряженная победа. Но победа, ребят. 4500. Так, 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 куча лучников на самом деле у них. Куча лучников. Вот нельзя, нет никого за 100. За 100 у них никого нету, ребят. Дешевых у них нет, к сожалению. А как вас поубивали? О, интересно. Интересно. И он за бардом побежал. Да, убили его в пах, кстати говоря. Может их заставить куда-то подойти? Давай заставим их подойти. Вот так вот. Закроем его щитом. Да, щитом он закрыт был. Но я не знаю, хватит ли его на самом деле. Да, и он не то сделал, да, он не то делает, то, что мне надо. Но у него там, видимо, ульта не откатывается. Сейчас его трахну. Конечно, столько лучников. Когда я против них играю, это, ребята, им, ну, это достойные соперники. Как только я за них играю, я ничего с ними сделать не могу. То есть они все какие-то у меня это... Все очень слабенькие, ничего не могут.
Все очень слабенькие и ничего не могут. Конечно, по кому же стрелять? Конечно, только по нему. Можешь, конечно, до бесконечности пробовать одну и ту же камбуху, и на самом деле в один прекрасный момент, ребята, она прокнет. Эта камбуха в один прекрасный момент, она прокнет. Но когда? Это неизвестно. Знаете, как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Да, у меня получилось. Вот, опять нас, опять вот, вот бесит меня это. Опять мы в окружении в каком-то сраном, блин. Опять мы в сраном окружении. Мы в сраном каком-то окружении. Почему мы в этом окружении? Почему там Зевс опять у них? И там Зевс у них еще. Вот что вот делать, вот, ребята? Вот, вот, вот что делать? Так. Давай здесь пятерых. Это пускай там один пока разбирается. Но сейчас запинают. Да, его сейчас Зевс запинает. В очередной раз очень интересный уровень. Конечно, кто-то скажет, ну есть ведь специальная компания, где интересные уровни, типа. Типа интересные, классные уровни. Вот там, типа, классные. Ну, компания, она не должна быть хардкорной, ребят. Она не должна быть хардкорной, она должна быть интересной. Блять, мой как дебил ничего сделать не может. Позорище сраное. Сраное, блин, позорище. Хоть одного. Я говорю, реально разработчики, короче, подкручивают. Когда ты играешь против них, они имба. А когда ты играешь за них, они реально не имба. То есть, ну, это я считаю неправильно. Это дисбаланс сраный. Удовольствие, что-то я тапсы перестаю получать, потому что сраные уже какие-то не уровни, а испытания. Сраные какую-то... Знаете, нужно либо одну определенную одну камбуху, и эта камбуха, она апнет, ну, как бы прокнется, да, только там сразу 5-10. То есть сразу ты ничего не сделаешь. Нет. Победа. Не знаю, как я победил. Здесь, кстати говоря, наверное, сейчас еще уровни будут, типа, защити этого, защити того, да? И тайны, я не могу использовать тайны, ребят. Вот что самое еще обидное. А, нет, солярные архитекторы, я этого могу использовать. Которого я там открыл. А что это за солярный архитектор? На 1200. Ну-ка. Ну-ка, на 1200, что это за солярные архитекторы? Я, кстати, видимо, до этого, да, мог. Что-то они делают, короче говоря, там, видимо, какой-то... Какая-то... Это... Понял. Там какая-то черная дыра открывается. Давай одного солярного архитектора туда поставим. Вот кого мне, блядь, ставить вот против них? Кого мне ставить? Да, парочку защиты. Троечку таких. Одного божество, и в атаку мужики поют. Я не знаю, просто здесь кого, ребят, ставить. Просто мамонт сейчас всех в этом. Сейчас просто всех сделают. Это минотавры, не мамонт. Что-то их мамонтами называем. Минотавр сейчас всех сделает. Видишь, эти, они живучие. У меня такие минотавры. У меня минотавры отлетают почему-то с одного удара все. Ну, сделали мы минотавров. А тут еще два Зевса сраных. Опять, что? Что нужно делать? Какую камбуху подбирать? Определенную какую-то комбинацию сраную, блядь. Какую-то определенную сраную комбинацию. Не хочу я с ним воевать. Отстаньте от меня. Я не знаю. Типа вот такая камбуха, типа вот это вот сюда вот. Что нужно делать, разработчики? Ну зачем? Я понимаю, что это уже
поздно, да, поздно про это говорить, потому что игра уже вышла давно. Ну, я не знаю. Я не знаю, охота что-то какой-то баланс, чтобы интересно было. Я в первую очередь играю, потому что интересно, классно, весело. А когда у тебя сидишь, у тебя жопа горит от уровня. Это неправильно, ребят. Наконец-то, блять. Вот уровни, в которых нужно управление брать именно, ребят, на себя. На себя и никак по-другому. Только когда ты берешь управление, блять, на себя, только тогда. Только тогда это все нормально работает. У этого библиотекаря, у него очень хороший скилл, вот за которого я сейчас играл. У него очень хороший скилл, но у него есть один минус. Понятно, наших всех перебили. У него есть один минус. Минус заключается в том, что он близко начинает подходить к врагу. А ему надо держаться как раз-таки на дистанции. Ему надо держаться на дистанции... И там стоять. И, блядь, никуда не двигаться. Вот как вот здесь, вот сейчас. Ну, конечно же, мужики прыгнули прям ко мне, молодцы. У него хороший скилл вот этот вот, на самом деле, взрывающийся. Ну да, меня, конечно, нахуй зарубили. Давай два хронариума, давай поставим, попробуем. Там же здесь по-другому, видимо, никак, их слишком много. Их слишком здесь много, и... Да, здесь, видимо, по-другому уже никак, ребят. Минус один наш. Ну и победа, да. Так, в тумане море голубом. Так-то... Ой, господи, эти мужики, вот эти, ненавижу их. А, и нас, конечно же, окружили. Ну да, ну да, ну да. Нас, конечно же, окружили. Ну, а тут по-другому-то, ребят, наверное, тоже два хронариуса, хронариума этого. Как они называются? Хрономант. Хрономант. Почему я называю хронариуса? Не знаю, с чем это связано. Что-то они прыгают туда-обратно. Что-то они перепрыгивают, короче, не могут напрыгнуть нормально. Так. В принципе, разделились на две части, да, получается? Ну, я не знаю, что здесь получится. Но он как бы вроде летает, его особо атаки-то не должны беспокоить, этих вот наземных. Я надеюсь, что это так и будет. Да, в принципе, так и есть. Слава богу. Я уже разобрался, что у кого какие скиллы работают. Опять в окружении. Да ебаный твой в рот. И 3000. В окружении. Куча лучников. Заебись. Давай попробуем баб поставить. А у них защита? У них же защита. Да. У них же защита. Но они... Да, ну как бы практически, да? Ребят, практически. Смотри, в первых рядах действительно можно... Подожди, нет. В первых рядах мы ставим одну. Ну, две, ладно. Две. Потом идут... Вот так вот. Идет один воин. Вот здесь вот. А здесь божественный хрен, которым мы будем управлять. А так, понятное дело, видимо, летит на ближайших, что ли, или что? Нет, нормально. Видимо, атака летит как раз туда, куда я нацелюсь. Это хорошо. Ага. У него имба. Ага. Да. Вот что у него главное. Главное его держать на расстоянии, ребят. Так. Сигуны, хренугины. Так, 4500.
Вот сюда. Так, а там эти, да, ниндзя, блядь. Ниндзя эти есть. Кругом все что-то есть. 1300. Мы возьмем с тобой двух китков и одного воина. Вот так вот, наверное, попробуем. Козлы. Козлы сраные, ненавижу, блядь. Почему, когда я этих воинов всех ставлю... Почему такое это говно, ребят? Почему-то это все такое говно. Короче, Хронариус, хуяниус, давай выходи. На поле боя. Давай выходи сюда. При поддержке благословения. При поддержке вот отсюда сразу звездочку поставим. И здесь воина. Да куда ты, блядь, вселился? Вот сюда, блядь, вселяйся. Давай, давай, блядь, жму же мышку как бешеный. Суки. Извините. Ну, бесит. Бесит. Поражение, блядь, бесит. Почему мы сдохли? Почему мы, блядь, сдохли? Удаляй нахуй. После этой серии, короче, больше не будет тапса. Удаляй его нахуй. Сраные, блядь, какие-то камбухи невъебенические надо подбирать. А я не хочу никакие камбухи подбирать в этой игре. Я хочу получать удовольствие, ребят. А, его замочили, да? Заебись. То есть мне в очередной раз... А, не, его не замочили, даже мне показалось. Да. Его не замочили, он тут где-то. А это что? Понятно, тиктокеры молодые. Это просто молодые тиктокеры. Ну да. Почему-то я, когда ими играю, они не такие имбовые. Они говнари. Ну давай, ну сделай, ну кинь-килл, ну вот этих говнарей сзади надо забрать, мужик. Подожди, дай я, блядь, в тебя вселюсь. Ну... Есть, кое-как. Кое-как медленный, неповоротливый кусок говна. О, господи. Так. Звездочек ставим своих. Так. Лучше камбуха. Лучше камбухи вы еще не видели. Давай, кидай. Кидай ты нормально, блядь. Чё ты лёг? Вставай. Кидают они, блядь, не по тем, по кому бы надо. Сука. Извините. Эмоции уже. Эмоции, ребят. Уже это эмоции. Это, блядь, уже эмоции. Ну почему ты, блядь, то левее, то правее, то хуй пойми куда? Кидай, да не по нему, туда, блядь, кидай. По мушкетерам, по сраным, блядь. По трем мушкетерам, блядь. Почему мимо-то? Да почему? Иди нахуй, сам кидай. Летит прям в цель, почему-то пролетает мимо, блядь, цель. Ну это пиздец какой-то, ребят. Это какой-то пиздец. Ну, конечно, две лошади да Винчи, блядь. А почему бы нет? А почему бы нет? Почему бы нам это сюда бы не запихнуть, ребята? Почему бы да? Почему бы нам это сюда бы не запихнуть? Чё, все, уработали? Замечательно. Так, не знаю, почему именно их выбрал. Почему бы нам не сделать именно так? Mm-hmm.
И опять у нас ёбаный кружок, ты заметил? У нас опять ёбаный с тобой кружок. Мы с тобой в кружке. Мы с тобой в ёбаном, сраном, блять, кружке. Отходи, отходи, блять. Хорошо, хронариум завелся. Сейчас Леонардо там тоже трахнет. Не трахнули. Так, есть, одного трахнули Леонардо. Вставай, у тебя ХП еще есть. А ты чего не встаешь-то? Симулянт, блядь, лежит. Симулирует, якобы у него ему плохо. Пушки, блядь, ненавижу пушки. Принимайте, женщины, значит, на себя удар за своих мужчин. Сюда ставим этого. И одного воина сюда. Так, я сразу вселяюсь сюда. Отходим на корабль. Угу. И мы одни остались. Заебато. Он говорит, Алиэкспрессиус. Это там, где он заклинание покупает, ребят. Алиэкспрессиус. Алиэкспрессиус. Хромариум мы сюда ставим. Не заебался эти ебаные камбухи, ребят, подбирать, честно. И камбухи-то все не такие простые, как кажутся. Атакуй, брат! Брат, атакуй! Да, атакует. Еще раз попытка. А, кстати говоря, знаешь, что можешь сделать? Можно не так. Их же можно вот так вот расставить просто. Пошире, пошире. Я что-то все время как-то узко. Пошире надо просто ставить. Пушки не проблема, на самом деле. Да, сказал я, когда меня трахнула пушка. Я не знаю, у меня даже есть подозрение, что этот мужик у нас здесь лишний. Блять. А пошло-ка оно все, знаете куда? Пошло-ка оно все туда, откуда оно вышло. Почему мы должны именно так атаковать, правильно? Вот так вот будем атаковать. Вот в принципе, я держался. В принципе, но почему-то да. Можно считерить, я думаю, я этим воспользуюсь, ребят, хули нет. Пошли все в жопу. Игра надо мной, блядь, издевается, а я буду издеваться над игрой. Игра издевается надо мной, а я издеваюсь над ней. Мне, благо, это позволительно. Где они там? Они где-то там. Привет, кстати говоря, курица. Я чуть не уверен, что я по ним попадаю вообще. Ой, главное нам не смыться. Можно вот сюда, в принципе, спуститься. Да. Вы где? Алло, Экспрессиос, давайте сюда, блядь. Козлы. Сраные. Жалко, прыгать он не умеет, персонаж. Алло, Экспрессиос. Идите сюда, затупки, блядь. Вот, блядь, читера, они знают. Они понимают, что сейчас с ним будет.
Они прекрасно это понимают, и они специально не идут. Выходите сюда, я здесь. Я уже спустился. Я уже зашел сюда. Вы где там? Блять, я уже все, ну куда уж дальше-то? Я даже не понимаю, где они. А может, меня там кто-то живой, а не на него сагрено? Пиздец. Сейчас на меня пойдут, смотри. Куда стрельнули-то? А, там он мертвый. Кто там еще живой-то? Кто живой? Они там застряли, я понял. Ну все, нам пизда. Пиздец! Суки, твари, ненавижу вас. Есть. Ну, мне опять предлагают, типа, здесь что-то поучаствовать в каких-то охуенных баталиях. В очередной раз, ребят. Но у них куча этих говнюков. Хронариума можно, но я не знаю, насколько. Серия очень длинная получается, да? Надо заканчивать ее. Вот. Сериечку надо заканчивать. Там у них две бабы-то, да? Да, у них две бабы против одного моего хронариума. Ну, великолепно. Кстати говоря, вот эти вот женщины с щитом, они очень хорошо себя показывают против стрелкового оружия, очень хорошо защищаются. Вот. Но гарпуньеры меня бесят, ребят. В принципе, можем сделать то же самое, что я делал в предыдущей катке, когда меня выбесили эти говнюки. Вот, можешь то же самое, в принципе, сотворить. И, конечно же, поражение, да. Нужна какая-то охуенная интересная тактика. Их, конечно, можно всех приманить с одной стороны. Вот, в принципе, можно их приманить всех с одной стороны. Я не знаю, на что это повлияет, но... Угу, куда-нибудь туда. Знаете, что хорошо? То, что урон по своим не наносится. Смотри, к чему мы одолели, что ли? Хорошие вот эти мужики, они хорошие. Да, слава богу. Ой, победить синюю команду. Что у нас там осталось? Давай посмотрим. Сейчас, наверное, здесь какие-нибудь убер-пупер команды, эти как, компании, да, начнутся. Ну, здесь, кстати говоря, осталось буквально... раз, два, да, четыре, пять, шесть. Шесть компаний. Ладно, давай попробуем. Давай попробуем закрыть их в этой серии. Сейчас опять будут какие-то сраные, блядь, испытания. Непонятные тут с вампирами, еще с кем-то. 3000. Но хронариум этот... Хронариум, он один здесь не справится, понятное дело. Его сразу же закидывают, просто его убивают. Да, его засосали, убили, все. Да, ему, наверное, жопа. Да, ему нужна здесь, на самом деле, помощь. Можно, кстати, еще раз попробовать. Может, прокнет, как говорится, знаете. Может, прокнуть. Видишь, здесь уже дольше, он не продержался. Ладно. Не будем испытывать судьбу. Женщин поставим на защиту. И я думаю... Вот так вот.
Не знаю, вампиров там отсосем нет. Нет, вампиры что-то как-то это. Вампиры очень живучие, падлы, короче. Еще раз давай. Одна и та же камбуха может на самом деле прокнуть. Вроде бы... Здесь не поймешь, короче. Здесь один раз может прокнуть, второй раз не прокнуть. То есть может три раза подряд прокнуть, три раза подряд не прокнуть. Ну давай, ну кидай. Ну что, у тебя скиллов что ли там нету? Ну еще кидай. Вот видишь, вроде бы прокает, а вроде бы и не прокает. Так. 900. Давай попробуем вот этого одного поставить. Давай попробуем одного. Все-таки это один. Я не понял, зачем такой яркий эффект, если он толку от него никакого, по сути. Еще он мой кидает, блядь, криво. Пиздец. Все, в жопу. Побеждаем их хитростью. Просто хитростью. Они меня здесь уже все затрахали. Ребята, тут, конечно же, смерть. Тут, конечно же, смерть. Куча лучников, 7000. 7000. 7000. 7000, вроде бы, как бы кто-то скажет, до хрена. А я скажу, ни хрена, ребята, это не до хрена. Почему? Потому что мы играем за слабачков. Закрываем щитом. Можно одного хронариума поставить. Мне кажется, он не справится против смертей, против этих. Так что можно, в принципе... Ага, ага. И на 1000 можно, в принципе, раз, два, три. Раз, два. Что-нибудь такое придумать. Смерть, конечно, всех сразу сжатву, сжатву. Ага. Пушка, а против смерти хорошо сработало. Против смерти хорошо сработали эти мужики. Это хорошо. Подожди. Замечательно. Есть. Повезло. Против смерти хорошо зашло. Смерть нас не это не тронула. А, ребят, знаете, что я думаю? Так. Угу. И сюда вот воинов света, блядь. Все равно они будут по этим стрелять. Кактусы почему-то здесь слабее. У меня, вот я играю за кактусы, они сильнее у меня кактусы. Блин, охренеть. В принципе, мы выиграли практически, но... Подожди, может эти просто поближе поставить? Подожди. А мы звездочки ставим вот сюда. Так. Можно, в принципе, поставить вот этих вот парочку. И остальных вот этих вот. Вот так вот. Вот так вот попробовать. А, недостаток, да, уже получается. Да, уже, к сожалению, недостаток эти их забирают. Да. Значит, убираем этих мужиков. О, еще ставим. Не, задача была не в этом, неправильно. Задача сыграна. Не-не-не, неправильно. Подождите, подождите. Задача в том, что эти агрят на себя. Вообще, на самом деле, сюда можно одного этого поставить. Я им лично буду управлять. А эти должны чуть быть дальше. Ага, надо вот по этим говнюкам. Кактус не страшная вещь. Вот эти вот страшные. Ага. Кактус как ускоряется, вы чё? Да пошел ты в жопу. Блин. Знаете чё? Идите нахер все. Идите просто все нахер. Вот так вот. Че, не имею права, скажете? Имею, блядь, полное право. Так что пошли вы в жопу. Главное, снимаем этих индюков. Ага. А что, у меня хп так уменьшилось? Пам-пам-пам. И все, они заходят, конечно, под дом. Они прячутся. Нате, поджопник. На еще.
Давайте еще ловить. Все, победа. Вот так вот будем действовать. Не хотят по-честному. Будем действовать только так, ребят. Только так. Только хардкор. И ничего больше. Вот так вот. Вот так вот и только так, ребята. Остальное все это для нубов. И для неумех. Только наши почему-то пошли в атаку вперед. Я не понимаю, почему. А я здесь спрячусь. Да-да-да, уклоняйся. От этой херни, кстати говоря, не уклониться. Вот и все. Пошли в жопу. Я использую стратегию, тактику и свой гениальный ум. А вы все нари. Да, вы там и сдохнете все. На AliExpressions, как он и говорит. Ага. Вот это вот самый наводяшки классно. Вот и все. И пошли все нахер. А, так, что у нас здесь? Опять мы в окружении в сраном, блять. Вот это мне никогда здесь не нравилось. А сколько у нас там осталось? Давай посмотрим. Серию бы надо уже закончить. Я просто хочу уж добить эту компанию добра сраного, блять. Это не добро, ребят. Две карты осталось. И начнется компания зла у нас. Надеюсь, компания зла. Вот, а после этого все, симуляторные бои тут останутся. Уровни непростой тактики, это мы не будем, наверное, проходить. Мы веселые и интересные уровни потом попроходим и на этом закончим. Так, давай, два уровня осталось. Что у нас здесь, значит, происходит? Так, у нас там боксеры, хреноксеры, да? Ну, хронариум, наверное, нужен по-любому. А что, если двух этих взять да поставить вот так? Ага. Задать, чтобы они на хронариумы все согрелись. Так. Так. Хорошо. И отъехал. И замечательно. Вот это имба, вот это. Ох, ебать, вот это тактика. А это имбовые, вот эти пикинеры, они убивают с одного раза. С одного удара, ребят. Звездочек, наверное, надо поставить. Ага. Хронариума. Мне вот этого молодого человека. А, и за 900, я думаю, здесь вот так вот. Он просто всех давит, блядь. Ёбаный танк. Быдло-танк. Есть, минус один танк. Хронариум активировался. Так, есть минус второй танк. А, и остались муми, да? Ага. Все, победа синих. Все, мы прошли, компания с добро пройдена. Спасибо, что прошли компанию с добро. Пожалуйста, но, блядь, не надо делать таких хардкорных больше никогда компании. Но компания еще за зло, она тоже такая же по-любому хардкорная, сраная хардкорная компания. Вот, мы ее обязательно тоже пройдем, потом будут у нас, наверное, симуляции, ребят. Не знаю, что здесь симуляции у нас будут, но так далее. Долгая серия получилась, понимаю, я там некоторое вырежу, но вот так вот. Увидимся в следующей серии, всем до встречи, всем пока.